Итак, друзья, всем привет! В общем, сегодня 22 число, время 21:56. Вот, еще немного, это самарское время, еще немного, и я уже разыграю розыгрыш, ребята. Вот, захожу на свой канал, вот, под это видео, розыгрыш призов, как и обещал. И под этим видео, друзья, вы должны были написать комментарий. Вот здесь вот. Написать комментарии должны были под этим видео. И выигрывают только те аккаунты, которых взаимодействие вашего аккаунта и моего, где больше число комментариев. Как я это буду смотреть, друзья? Давайте, я это буду смотреть вот так вот. Всего 59 комментариев. Видимо, 59 комментариев. И начнем мы с самого первого. Это Озону. Озану. Озану. Озана, всего лишь 3 коммента. Окей. Потом Алексей. Алексей у нас 24 комментария. Потом Красайт. Красайт у нас. Красайт, всего лишь 1 коммент. Давайте сразу я буду писать у себя здесь на листочке. Так, подождите. Сейчас я возьму листочек. И буду писать. Так, кто у нас там 24 коммента? Так, это Алексей Волков. 24 коммента. Алексей Волков. Я просто у себя на листочке пишу здесь, друзья. А вы здесь все видите на мониторе. Вот, потом Красайт. Подождите. Повторить. Красайт, всего лишь 1 комментарий. Потом дальше. Михаил Мазуров. Так, у Михи 24 комментария. Ого, это как и у Алексея. Так, пишем. Так, потом дальше. Александр Архипов. Я участвую, крутые видео снимаешь. Продолжай в том же духе. Так, смотрим. У него всего лишь 1 комментарий. Так, с одним комментарием мы не пишем. Потом Данил Мехотин. Данил 2 комментария. Так, потом дальше Денчик Плей. Всего лишь 1 коммент. Потом Мото R1. Мото R1 15 комментов. Ого. Пишем 15. Мото R1. Так, и здесь еще идут Игорь Маслов. Игорь 2. Так, Жека. Жека 195 комментариев. Так, 195. Я думаю, это точно будет победитель. Потому что я, в принципе, помню, кто мне пишет. Жека постоянно смотрит и пишет. Жека. Так, просто Жека, да? 195 комментов. Так, Санан. Санан, Санан, 7 комментариев. Санана помню, он постоянно на стримах сидит. У меня, когда у меня есть стримы. Но комментарии пишет редко. Ну, ничего страшного. Просто напишем 7 комментариев с Анан. Потом Мир и Дружба. Мир и Дружба 4 коммента. Так, Алексей Волков. Так, так, так. Это мы смотрели. У него 24. Так, Жека. Надеюсь, я выиграю. Жека. Так, еще 195. Да. Потом Дмитрий Берг. Дмитрий Берг, 21 коммент. Ого, 21, Дмитрий Берг.
Это Дмитрий Берг, 21 коммент. Потом я участвую, хоть бы выиграл. Так, Дмитрий Берг, у тебя 21 комментарий. Понятно. Так, Максим. Максим всего лишь один. Так, Мир и Дружба, 5. Дрон Плей. О, Дрон Плей, 16. Дрон Плей. Так. Так, Владислав Дроздов, 11 комментариев. Так, 11, напишем тоже. Владислав. Так, дальше что у нас? Мото Виктор, ребята, разыгрывал. Кстати, он уже разыграл свой розыгрыш. 76 комментариев. Ага. 76, это прилично. Мото Виктор, это, ребята, мой друг, про которого я рассказывал. Он начал недавно... Короче, недавно начал вести видеоблоги. Кататься на мотоцикле и снимать видюшечки. Вот, 76 комментариев. Ну, как бы прилично тоже. Так, Владислав, по-моему, 11. Так, да. Так. Portable Life. Всего лишь 3 коммента. Ну, 3 тут как бы мало. Потом тоже 3. Вани. Угу. Руслан. 1. Так, выходим. И, в принципе, у нас, ребята, все. Мы пролистали все комменты. И что у нас выходит, друзья? Что у нас выходит? Давайте, сейчас я вам включу камеру и посмотрю, что я написал. И вот, ребята, что я сейчас написал. Те комментарии, те аккаунты, где взаимосвязь вашего аккаунта и моего, больше всех комментариев. Так, первое место, это мы видим 195 комментариев Жека. Вот, это Жека. Жека. Циферка 1. Жека. Потом дальше идет. Дальше у нас идет, это 76. Это Мото Виктор. Мото Виктор, второе место. Ребята, второе место. Я не ожидал, конечно. Не ожидал я, что Мото Виктор мне пишет столько комментов. Да, странно получилось. Потом третье место. Так, 24. 24. И вот здесь спорный момент, друзья. Михаил Мазуров и Алексей Волков. Представляете? Представляете? Третье. Давайте тогда поступим так. Между вот этими двумя аккаунтами посмотрим. А у кого тогда больше... А, как раз комментарий одинаковый. Посмотрим тогда, у кого больше лайков. Давайте сейчас я зайду и посмотрю. Итак, друзья, опять заходим под мое видео, в котором я разыгрывал, и смотрим. Алексей Волков. Так, Алексей Волков. Открываем. 7 отметок нравится автору. Так, и Михаил Мазуров. Так, Михаил Мазуров, 20 отметок нравится автору. Ну и тогда, друзья, наверное, будет честным, раз уж комментарии, как говорится, одинакового количества, честным, я думаю, будет, конечно же, у того, кто еще не только писал комментарий, кто еще и ставил лайки. Ведь лайк поставить, это вообще как бы очень легко, без проблем. Вот. Так что, друзья, спасибо всем за участие. Вот. И следующее участие, кто не выиграл, я буду делать на 20 тысяч подписчиков. На 20 тысяч, друзья. И уже
Также у меня будет в розыгрыше футболка Санька Diablo Air 1. Я просто фанат Сани, и вы, многие фанаты тоже, я знаю. Также будет его футболка, и что-нибудь я еще придумаю. Вот. Так что, друзья, на 20к будет розыгрыш. А сейчас, ребята, я вам покажу тех. Давайте пройдем снизу еще разочек. Посмотрим. Давайте, чтобы вы все убедились, чтобы вы все, как говорится, не подумали, что какие-то подставы. Так. Один. Комментарий. Три. Так, ну поскольку еще раз. Тоже три. Владислав. 11. Так. Маленько наспамил, но ничего страшного. Мото Виктор. 76. Так, посмотрим ответы. Михаил Мазуров. 24. Дмитрий Берг. Так, подождите-ка. Дмитрий Берг. 21. Блин, вот было бы 25 у Дмитрия Берга. Блин, он бы, конечно, бы выиграл. Так, идем дальше. Так, 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 опять Владислав. Дрон Плей. 16. Потом Жека. Жека 195. Вообще красавчик. Вообще красавчик. Жека. Потом Алексей Волков. 24, ну 7 отметок, блин. Алексей, надо было, как говорится. Ну что ж. Кто как смотрит меня, тот так и ставит лайки, видать. Да. Потом Мир и Дружба. 4. Санан. Санан я знаю, он с Баку. 7, 7. Понятно. Ну, в Жека, конечно, от души. У Жеки всегда вот насколько... Ну, просто я запоминаю, кто пишет часто комментарии. Постоянно под каждым видео я запоминаю этих людей. Игорь Маслов. 2 коммента. Мото Р1 в последнее время тоже пишет. 15 комментов. 15. Вот, вот, ребят, смотрите, явный пример. Человек написал коммент и поставил лайк. Вот это вот вообще прям идеально. Вот это вот. Мото Р1 это вообще идеальное соотношение. И лайки, и комменты. Посмотрел, поставил лайк и написал коммент. Идеально вообще поступает. Потом Денчик Плей. Один. Денчик Плей тоже. Один написал, один поставил лайк. Так. Данил Михотин. Даня тоже 2 коммента. Тоже 2 лайка. Тоже красавчик. Так. Александр. Один. Один. Тоже красавчик. Михаил. 24. 20. Михаил тоже красавчик. Ну, 20 отметок, тоже красавчик. Он у нас получается на третьем месте. Михаил Мазуров. Да, на третьем месте. Дальше что? Красайт. Красайт. 1-1. Один коммент, один лайк. И Азано. 3 коммента и 2 лайка. Вот, ребята, вот как-то вот так вот. Конечно, было все это долго, но я думаю, вы посмотрели как бы все, вот эти вот все комментарии, то, что я их просмотрел все довольно-таки подробно, довольно-таки, как говорится, честно, я считаю. И, ребят, не расстраивайтесь, на 20к будет еще розыгрыш обязательно. Вот я вам обещаю, также я что-нибудь разыграю, но разыгрывать буду обязательно тоже футболку. Санька Air 1, потому что я как бы чувствую то, что, ну, хочу просто поделиться с Санькиным смайликом. И все. Просто бесплатно. А кто-то просто печатает наклейки с его смайлом и продает за, ну, за деньги и делает как бы это... Делает на этом деньги, вот. А я не делаю на этом деньги. Я просто дарю. Просто подарки. Вот. Было бы у меня намного больше, бы, как говорится, аудитория, намного больше просмотров, я бы дарил бы вообще бы крутые подарки. Вот, ребят, так что всем спасибо, поздравляю. И напишите мне, пожалуйста, наверное, придется где-нибудь списаться или в Инстаграме, или в ТикТоке, чтобы указать ваш адрес. И я только тогда смогу выслать вам призы, ваши призы. Вот. Мото Виктор, я знаю, где живет. Как говорится, мы с ним вообще давно общаемся. Но он на втором месте, то, что я не ожидал, я думал, еще у нас будет. У нас был, по крайней мере, и один из комментаторов, давайте я вам покажу.
допустим, из моих видео, насколько я помню, был один из комментаторов. Это вообще уральский райдер. Да. Вот. Давайте посмотрим. Но что-то он почему-то не участвовал. Вот, уральский райдер. Смотрите, 144 комментария. Уральский райдер один из лучших комментаторов. И 136 отметок нравится автору. Но он не участвовал. К сожалению, друзья, он не участвовал. Он был бы, конечно, бы на третьем месте. Получается так, да, но он не участвовал. А нет, он был бы на втором месте. А Мото Виктор был бы на третьем месте. Но уральский райдер не участвовал. Так что вот такие делишки. Все, друзья, всем спасибо. Всем до свидания. Итак, друзья, первое место это получает Фонарик. Фонарик у нас получает... Смотрим. Жека. Это такой мощный фонарик с мощной батареей. Здесь мощный магнит с этой стороны. Он примагничивается прямо к потолку. Я пробовал работать таким фонариком. Вообще очень классный, яркий. Включается вот так вот. Второй режим. И если нажать вот эту вот кнопку и держать ее, то можно убавить яркость свечения. Вот. Яркость убавлена. Второй режим. Тоже нажимаем, держим. Яркость убавляется, светит он вообще классно. Второй режим вообще прям огненный. Вообще классный фонарь. Это первое место. Жека, это поедет к тебе. Надо тебя найти. И чтобы ты мне написал адрес свой, куда тебе это отослать. Второе место. Это у нас Мото Виктор. Мото Виктор у нас получает вот такой вот ножик. Универсальный, прикольный. Нож плоскогубцы. Короче, здесь плоскогубцы есть. Здесь есть еще. Смотрите, здесь вообще много чего есть. Есть отвертка. Вот. Потом еще есть такая отвертка. Вот. Потом еще здесь есть. Короче, здесь пилочка есть. Давайте сейчас я это все открою. Очень многофункциональный ножик такой. Смотрите. Здесь есть типа ножичка, да, типа открывашки. Вот. Потом есть ножик. Вот. Потом два вида отверток. Одна такая, одна такая. Потом с другой стороны тоже ножик уже такой. Вот. Потом ножик чуть поменьше. Вот это тоже, наверное, типа открывашки. И это вот это тоже типа открывашки. Вот. И плюс плоскогубцы. Блин, прикольный. И он такой мини-складной. Удобный в чехольчике. И третье место у нас получается, которого больше, короче, одинаковые комментарии, но больше лайков, это Михаил Мазуров. А Михаилу Мазурову достается такая футболка Санька, в честь как бы памяти Санька Диабло R1. Вот, хорошая футболка, чистый хлопок, это, в общем, ХБ. Ребята, это не какая-то синтетика, это классная футболка. Так что, если кому-то интересно, наклейки делал я сам, и хватает их очень надолго, на очень много стирок. Поздравляю вас всех, ребята, поздравляю. Всем от души. Дарю подарки. Вот. Было бы, конечно, больше у меня людей, было бы больше возможностей, и, соответственно, я бы делал более прикольные подарки. Но пока что так. Ну, кто со мной, тот этого обязательно дождется, ребята. Всем спасибо.